Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой конструктор. Розовая мечта, домик такой вот симпатичный. Здесь, так, сколько у нас тут деталей? А вот 539 деталей для детей плюс 6 и дальше там. Вот, такой он большой, красивый, цветочки здесь. Человечки, посуда даже есть, пальма, какие-то тут стол. Вот. Покупала я его где-то около 1000 рублей, наверное. Чек сейчас уже, конечно, наверное, его нету. На него была акция. Это была у нас новогодняя акция. Вот. В магазине он стоит около 2000. Да, по-моему, около 2. Под Новый год была скидка. Вот, также здесь можно построить целый город. Такой вот большой. Вот, в принципе, наш дом. И все вот. Очень интересно. Вот оно все. А, даже, наверное, мотоцикл будет. Вот, человечки. Вот, и давайте его распакуем. Так, здесь у нас... Ой-ой-ой. Так, тут у нас пусто. Больше ничего нету. Вот так это выглядит в коробочке. Хорошо, смотрите, как есть коробочка. А то вот я, честно говоря, думала, как же, куда же я все эти детали сложу, чтобы мне начать как-то собирать. Но тут, смотрите, как классно. Но тут видно, что вот оторватое. То есть тут вот она, коробочка, наверное, еще должна была. А, нет, это она. А, порвалась она, видимо. Вот, и тут также вот они по мешочкам. А, мешочки довольно плотные такие. Все разложено. Какие-то маленькие детальки. Так, давайте вот сюда будем подкладывать. И тут какие-то полосочки. А это цветочки, видимо, вот. А вот сами цветочки. То есть стебельки там от них, цветочки здесь. Маленькие, аккуратненькие. Все очень красивое, разноцветное. Тут вот какие-то домики. Стекло вот тут, стеклышки. Ну, видимо, это окошко. Так, вот здесь вот что-то... А, ну, видимо, вот они штампуются, наверное, по мешкам. И потом вот залепляется и отрезается. Это вот, видимо, от другого мешка соседнего, что ли, может. Вот. Тут вот краешек. Так, вот здесь брелок даже. А, ну там было написано, кстати, что там подарок. Да, вот он, брелок. О, тут еще что-то. А, это вилки, господи. Это вилочки. А, стаканчики, да, ножички. Там еще. Ложечки, да, вот посуда. О, блин, как классно. У меня, честно говоря, в детстве таких не было. У меня был просто конструктор, была тоже коробка от него, были такие деления, да, и там вот он лежал. Единственное, что я могла собрать, это самый обыкновенный домик, то есть там была тоже такая же вот штучка, то есть, как бы вот, как она называется, на которой вот все собирается, собрала домик, разобрала, собрала, разобрала, то есть его было немного, мне всегда хотелось очень много. И вот в этом году, в 2019 году, я решила себе сделать подарок. Мне мама говорит, зайди в детский мир, там много интересного, выбери подарок себе.
Может быть, ты что-нибудь себе найдешь. Я говорю, да ладно, говорю, я там миллион раз была, ничего не видела. Пошла, нашла конструктор, сразу захотела. Вот. Тут тоже вот какие-то, не знаю, что это такое. Как бы нам еще с вами все это пересчитать, было бы хорошо. Вот такие вот все тут. Не пойму, я думала, может быть, по темам тут как-то разложено, но нет. Полосочки мы с вами уже видели. Ну, не знаю, и тут в другом мешке или как-то... Не знаю, как тут. Тут самый большой мешок. Самый смятый. Так, и человечки. Ну, человечки, слава богу, отдельно. Ой, тут даже... Даже ручки маленькие какие. Они даже вертятся. Боже, как я их буду собирать? Кошмар. Так, тут вот отдельно они лежат. Вот это. Вот она большая. Это, наверное, вот... А, вот на ней, наверное, собирается. Я так поняла, дом, значит, небольшой. Будет, по всей видимости. Хотя... Не знаю, что, маленький получается, что ли? Совсем. Это вот что у нас? Что-то, мне кажется, их как-то маловато. А, ну получается, наверное, вот он. Где-то вот так вот. Дом. А, ну вот, наверное, вот это может быть дом. И вот это. А это второй этаж. Этаж, наверное. Что-то маловато все равно. Я планировала на большой дом вообще-то. Так, тут у нас картиночки всякие. Ну да, судя по всему, домик прям вообще маленький будет. Я думала, он побольше немножко. Так. Здесь у нас книжечка. А, это вот как строится. Что куда ставится. Даже чего сколько таких, 7 штук. Ну, короче, инструкция. В розовом цвете. Ой. Что, мне так страшно становится. Соберу ли я его вообще? Ну, вот он, да, получается зеленая. Прямоугольная. Голубая. Наверное, ставится сюда. А та запасная, что ли, получается? Нигде. А, синяя может быть. Или зеленая сверху, наверное. Нет, там белая сверху. Там белая. Вроде бы. Может быть, маленький. Ну ладно, все это мы будем разбираться. Будем собирать. Зеленая, наверное, вот как раз вот тут вот сверху. Полосочкой точно. Так, инструкция есть. А это у нас, по-моему, дорога. На которой, в принципе, будет строиться этот домик. Ну да, вот она. Это, кстати, довольно очень интересно. Так, этот дом. Вот тут он, видимо, будет стоять. И потом просто вот покупаете следующий набор и подставляете. Покупаете следующий набор и опять подставляете. И так у вас получается большой-большой город. Для ребенка, конечно, там плюс 6, да, с 6 лет. Я думаю, даже, может быть, с 3 лет. Будет довольно интересно. Вот он наш домик. Вот дом, кстати, я искала там, где побольше деталей. Хочу я сначала собрать дом этот, а потом собрать из этого дома что-то другое. Вот, конечно, я хочу все эти наборы. Вот, но будет видно. Здесь много окон. Тут интересно. Вот. Давайте, наверное, с вами посчитаем детали. Вот она как выглядит.
И, в принципе, вот она порватая. Ну, тогда понятно, почему на них была скидка 50%. Вот, видимо, А, кстати, дырка-то вот то, что была. На коробке, кстати, тоже дырка. Ну, видимо, вот такие вот они продавались. Так, ну, конечно, здесь складывать у нее небезопасно. Так, вот у меня есть вот такой контейнер. Я думаю, что нам его хватит. И сейчас в него я буду все детальки считать, складывать. Начну я вот с этих. Они тут поменьше, побольше, вернее, попроще. И поехали. Так, вот вам видно. Раз, два. Штуки. Раз, два, три. Так, ну вот я все посчитала. Этот брелок я не стала считать. Посмотрим сейчас. Вот, сейчас на калькуляторе досчитаем. Я вот посчитала вот тут вот все. Потому что 101, 102, 200 или там 361, 362. Это очень сложно. Вот. И я просто каждый раз считала по-новому. Так, вам видно? Сейчас я его немножко увеличу. Ну, я думаю, вам видно должно быть. Так, 120. Даже чуть-чуть побольше. Ну, в принципе, я так и думала, что, скорее всего, положили немножечко побольше. Это хорошо, это радует. Вот. Что побольше, не знаю, 30 чётче считал. А, человечки это у меня. Может быть, человечки считать не надо. Но если не считать человечек, тогда получается 523. Сейчас равно минус 539. 539, то есть 16. Если человечков не считать, человечков вот и вот эти вот штуки, то получается, что 16 не хватает деталей. Ну, не знаю, человечки же тоже детали считаются, они тоже там. Короче, все хорошо, кладут там нормально, даже кладут побольше, гораздо. Теперь я буду пытаться сложить все эти детали, построить домик. Не знаю, как я буду строить домик, вы, наверное, увидите это во влогах, которые пойдут уже после вот этого вот ролика. Вот для начала, конечно, я вот это все разложу по деталькам. Детальки маленькие, там, по крайней мере, маленькие я точно отложу, потому что они их будет сложно найти в этом большом контейнере. Вот. И потом там видно будет там побольше. Вот. Нужно, наверное, контейнер сам еще побольше найти. Какой-нибудь. Да, кстати, здесь вот входит такой вот крокодильчик. Вот. Им вроде бы как, я так поняла, отковыривать потом детали, что ли. Вот, не знаю, как это делается там. Как-то подковырить, как это как инструмент считается. Такой вот. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, покупали ли вы такой конструктор, чем он вам понравился, не понравился. Может быть, какой-то другой. Может быть, вы хотите посмотреть обзор на какой-то другой конструктор. Напишите, какой. Я обязательно его куплю, потому что я планирую, в принципе, покупать там дальше остальные. Потом это все перейдет моему ребенку. Мой ребенок будет играть.
Немножечко он там подрастет. Я-то уже большая, но все равно интересно. Вот. И всем пока-пока.